Тры Volkswagen вступают в новую эру – эру электромобилей. Уже через несколько лет немцы выведут на дороге новый народный электрокар, который должен встать в один ряд с Гольфом и легендарным Жуком. Его прообразом является показанный в Париже концептуальный хэтчбэк ID. Автомобильное будущее в понимании Volkswagen будет не только электрическим, но и автономным. Поэтому концепт оснащен автопилотом. Активируется он нажатием кнопки на руле, которая убирается в центральную консоль. Кстати, чтобы открыть электрокар и начать движение, традиционный ключ не нужен. Его заменяет смартфон. Мощность электродвигателя у ID составляет 170 лошадиных сил, а на одном заряде хэтчбэк может проехать от 400 до 600 километров. Обо всех новейших концептах европейских разработчиков «Автопанорама» расскажет в одном из ближайших сюжетов. Следите за выпусками!